Сегодня в Ульяновске открывается прием заявлений на выплаты семьям мобилизованных. Напомню, единовременное денежное пособие составит 20 тысяч рублей на одного несовершеннолетнего ребенка. Также эту меру поддержки получат беременные жены бойцов на сроке от 22 недель. Для оформления выплаты нужно предоставить справку из военкомата, пояснили в соцзащите. Прием будет осуществляться в будние дни в рабочее время. В выходные в каждом отделении соцзащиты продолжают работать справочные линии для родственников и близких мобилизованных.